Ребят, привет! Если вы ищете бюджетный и качественный штатив, это ваш выбор. Читая кучу отзывов на различных сайтах по поводу штатива, я наткнулся на эту модель от Arsenal. Кто застал еще то время, когда были популярны штативы Wellborn, думаю, вы понимаете, о чем я. Тогда это был хороший бюджетник за небольшие деньги. Но спустя время я заметил и этот бренд. Ну что же, давайте расскажу все по порядку, а с вас лайк, подписка и поехали. Самая главная отличительная черта этого штатива от других, что с виду он не кажется каким-то дешевым. Сам штатив выполнен из металлических труб, но соединен пластиковыми шарнирами. Качество материалов и качество сборки довольно-таки хорошее. Поставляется он вот в такой коробке с чехлом. Это пригодится, если вы путешествуете. Просто закидывайте шлейку на плечо и готово. Внизу находится крюк, на который можно положить утяжелитель. Это особенно пригодится, если вы снимаете на природе. И погода немного ветреная. Внизу находятся резиновые ножки, и это особенно хорошо, если вы снимаете на паркете или же на плитке. А значит, он не будет скользить, и все должно быть отлично. Чтобы поднять лебедку, нужно открутить пластиковый винт и покрутить эту ручку. Выкрутив на максимум, появится небольшой люфт, но опять-таки он не критичен. Это стоит учитывать, если вы будете снимать на улице при ветреной погоде. Покрутив эту рукоятку, вы позволите плавно двигаться головке. Это разблокирует перемещение по вертикали. Даже можно сделать вот такой плавный эффект. Возможно, он кому-то понадобится при творческой съемке. Закрутите ручку в другую сторону, если хотите зафиксировать это положение. Люфтов я не замечал, но если что, закрутите и остальные винты. Имеются тут и два уровня. Первый располагается здесь и отвечает за горизонтальную точность, а второй находится чуть ниже. Кажется, такая мелочь, но классно, что она тут присутствует. Следующий винт фиксирует горизонтальное перемещение. Если вы немного его открутите, то сможете управлять этой ручкой и перемещать горизонтально головку. Понятное дело, что это не какие-то дорогие высококачественные штативы из металла, но даже такой пластиковый вариант не доставляет какого-то дискомфорта. Помню, раньше были штативы очень дешевые, которые вообще не только люфтили, но и как-то даже нормально плавно не перемещали саму головку. С этим у этой модели Арсенала проблем вообще нет. Важный момент, если вы подняли лебедку, обязательно закрутите этот винт, чтобы она не сползла вниз под грузом вашей техники. А теперь несколько слов про то, что сюда можно поставить. Если у вас небольшой зеркальный фотоаппарат с небольшим объективом, то эта конструкция будет в самый раз. Примерно рассчитывайте нагрузку на килограмм полтора, но не больше двух. Головка тут на 360, тут она очень жесткая. Вот таким образом может раскладываться. Поэтому вам придется приложить немало усилий. С одной стороны, это хорошо, что какой-то девайс у вас попросту не прокинется. И вы сможете снимать даже вот в таком ракурсе. А сейчас поговорим про саму площадку, где крепится ваш девайс. Если вы новичок и это ваш первый штатив, вероятно, вы даже не знаете, как это делать. Постараюсь сейчас максимально просто рассказать, как можно сюда прикрутить ваш девайс. Площадка – это пластиковая штука, где вы видите металлические винты. Для того, чтобы ее отсоединить, вам нужно потянуть за этот рычаг влево. Возможно, у вас не с первого раза получится, но должно выйти так. После этого сама площадка, то есть эта пластиковая штука, приподнимется. Теперь ее можно снять и сюда повесить, например, тот же фотоаппарат. Чуть позже я расскажу, как это делается, хотя у меня будет другой девайс, но давайте его сейчас постараемся закрыть. Нажимаем с полной силой на переднюю часть площадки, и этот рычаг должен защелкнуться. А сейчас я покажу, как можно присоединить любое устройство, если присутствует вот такой вход с резьбой. Тут по сути все просто. На самой площадке вы видите винт, который нужно пристыковать
к вашему устройству, например, фотоаппарату, и его таким вот образом закрутить. Затягиваем хорошо винт, чтобы устройство не болталось, и опускаем эту ручку винта вниз. Как вы видите, тут есть небольшой металлический ограничитель, который упирается в этот переходник. Это понадобится для более четкой фиксации. Ах да, если вы покупаете штатив для фотоаппарата, то в принципе вам не нужны переходники. Но если же вы хотите его использовать для телефона, то вам придется купить вот такой или другой похожий переходник. Наверное, стоит еще поговорить отдельно и про ножки, которые выдвигаются. Мы приподнимаем эту защелку. Не удивляйтесь, если она будет очень туго идти, просто ее придерживайте. А далее просто вытягиваем ножку на определенную высоту. Ну, либо же можно вытянуть ее вообще на максимум. Чуть позже я покажу остальные характеристики, такие как размер, вес, габариты и остальное. Так что досмотрите это видео до конца. Выбрав подходящую длину, на место возвращаем эту защелку. Но, как вы могли заметить, тут имеются две раздвижные ножки, и вторая защелка находится чуть выше. Ее также аналогичным образом мы открываем, настраиваем высоту ножки и потом, соответственно, ее закрываем. Я тут попытался сделать это одной рукой, но это реально очень неудобно. Поэтому, конечно же, лучше это делать по-нормальному. В каком-то роде это даже и плюс. Вы можете быть уверены, что ножки просто так не будут болтаться. А теперь поговорим о том, как же можно раздвигать штатив. Вам просто нужно будет взять за эти ножки и его попытаться раздвинуть. Делается это не так легко, поэтому, конечно же, придется приложить усилия. То же самое и нужно сделать, чтобы его сомкнуть. А сейчас посмотрим основные его характеристики. Конечно же, сам штатив, поскольку выполнен частично из пластика, не такой уж тяжелый и весит чуть более килограмма. Его длина примерно 1,5 метра. Если у вас рост не 2 метра и не нужна какая-то специфическая съемка прям высоко, то в принципе с этим все окей. И еще пара моментов. Головка тут не съемная, как у профессиональных штативов. Но в принципе для бюджетника это и не нужно. Вы же не собираетесь покупать какие-то дорогие головки, либо же переставлять его на слайдер. И еще момент касательно запаха. Когда я его вытянул из коробки, то обнаружил буквально небольшой запах пластмассы. Я поставил его выветриться на ночь и в принципе он прошел. Поэтому, если вы тоже привередливы в этом плане, советую немного подождать, и все будет хорошо. Ребята, напишите, пожалуйста, у кого из вас появился такой штатив и какие впечатления у вас о нем. А также уточните, какую технику вы будете на него ставить. И, конечно же, если вам нравятся такие интересные и познавательные видео, не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. А также присоединяйтесь к моему телеграм-каналу по ссылке в описании. Желаю всем отличного дня и до новых встреч. Пока!